Первый миллион тонн зерна уже в общереспубликанском каравае. Пока наиболее весомый вклад в общее дело внесли аграрии Брестской и Гомельской областей. Там уборочная началась раньше, чем в остальных регионах страны. Всего же предстоит убрать более 2 миллионов гектаров полей. 15% этих площадей уже убраны. В этом сезоне аграрии планируют получить более миллиона тонн продовольственного зерна и 6 фуражного. Всего в закрома планируют собрать 9 миллионов тонн зерна. Урожайность на сегодняшний день складывается выше уровня прошлого года. По ряду регионов она значительно выше. Это если брать регионы Гомельской области, 4-5% хозяйства плюсуют. За это им отдельная благодарность. Урожай ожидается не ниже уровня 2015 года. Я думаю, что потребность в продовольственном зерне, в фуражном и в семенах будет выполнена, удовлетворена. При хорошей погоде уборочную зерновых планируют завершить в течение 3-4 недель.